Коба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Incredibox. И, друзья, сегодня будет, конечно, новый у нас эпизод, а точнее, самый старый. Я вообще не догадывался о существовании вот этой вот игрушки, и она настолько крутая, позитивная, где надо, ребята, слушать и расслабляться. Серьезно, это очень круто. В общем, предыдущая серия, я назвал ее «Мой трек в стиле киберпанк», и действительно, это так круто, ребята. Надеюсь, новая версия, точнее, старая версия, будет тоже прикольной. Блин, как это круто, ребята, создавать, так сказать... Ладно, друзья, выходим, значит, в главное меню, версии, и вот самое... Первая альфа. Называется она вот так вот. Начинаем, друзья. Погнали, обычные такие вот мужички. А, смотри. Так, начнем, наверное, вот с самого начала. У нас также есть... Три концовки здесь, друзья. Блин, это качает, ребята. Это вот настолько волшебно, вот это вот слушать. Действительно, закрываешь глаза, блин, и успокаиваешься. Я хочу, ребята, сейчас вам сказать, кое-что заметить. Дело в том, что я сейчас очень был напряжен, очень-очень зол. Я сейчас проходил Kingdom Rush Origins 2 часа, на самом деле 2 часа 30 минут в итоге получилось, я капец как бомбил, но вот это напряжение, можно сказать, как рукой вот-вот, оп-оп, снялось. Блин, музыка действительно волшебная, ребята. Напишите обязательно, какая вам музыка помогает, мне интересно. Можете там своего любимого исполнителя написать. И давайте, наверное, на концовке сейчас пойдем. Блин, как это волшебно, ребята, правда, это очень офигенно. Эй, не видно? Можно еще раз, пожалуйста? Почему не...
Конечно. В общем, друзья, пришлось мне переустановить игру, но теперь все заработало. Отлично, ребята, и давайте посмотрим первую концовку. Если честно, я немного шокирован, потому что это говорит человек, который играл в последнюю версию. То есть та концовка просто безбашенная, какая она офигенная, как это круто сделано. И я сейчас смотрю вот на это. Ну, это начало, друзья, начало ихнего пути, поэтому я все понимаю, ребят. Так, давай сначала вот с этих все снимем, а то, блин... Немного. Капец, там Титаник, что ли, тонет? И давай последнее сейчас глянем. И какие-нибудь, возможно, ремиксы там есть на первой части, поэтому там есть такая штука, можно чужие прослушать. Блин, это круто на самом деле. Сейчас уже скоро будет, ребята, Новый год, и ты сам понимаешь, что... Ёлочку, надеюсь, поставил? Стоит у тебя ёлочка, братишка? Надо же повышать, блин, новогоднее настроение. Так, ну и сейчас мы с тобой вернемся, наверное, сюда. И тут, наверное, есть плейлист. Есть в эфире. Смотри, мои миксы топ-50. В эфире есть... Так, день, месяц, год. Так, for the end corona. Ну-ка, давай глянем. I can get through everything you want it to, because I know I can get through everything you want it to, because I know I can get through everything you want it to, because I know. I can get through everything you want it to, because I know. I can get you everything you wanted to, because I know. Блин, мне прикалывает это просто реально, ребята. Это офигенно. Можно чисто ничего не говорить, а наслаждаться музыкой. Блин, прикольно. Так. Капец, тут название, друзья, конечно. Фристайл. Так, день. Вот Иван русский. Смотри, ля, дядь, давай посмотрим. Tell me the right thing to, 'cause I won't.
Нет, мужички раздеваются. Что они там задумали? Все больше и больше. Не, ну слушай, трек прикольный, но как же это просто выглядит? То есть они поют, мужики, представь. В общем, парочка мужичков поет, и хопа, все раздеваются, чисто раздеваются. Это что такое? Hey, Russia is a good. Так, музыка. Давай, наверное, последнее вот это вот. Привет из России. Ну что ж, друзья, блин, это на самом деле было круто. Правда, это было действительно круто, офигеть. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы обязательно вторую часть поиграем, мы во все поиграем, ребята. Ну вот, на один раз можно, в принципе, ребят, да, так показать, немного послушать в концовке, тоже интересно. На этом все, спасибо вам огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.